Так, привет, мамуля. Вот мы входим на дачку. Ты просила показать тебе. Вот недавно прополотый лук. Ой, чеснок. Клубничка. Почти всю собрали уже. Так, вот цветочки бабушкины. Вот тут мак красненький. Ой, так. Вот я рисовала вот эти... Как их зовут? Ирисы, что ли? Нет, не ирисы, навряд ли. Лилии, вот. Цветочек. Это мы вот тут накачали. Вон еще клубничка. Вон там теплица. Так, так, так. Цветочки вот какие растут у нас. Так, сделаем фотографию. Так. И так вот. Красота. Вот еще какие цветочки. Вот желтенькие цветочки с красненькими. Вот у нас тут вот так выложены белыми кирпичиками, которые я окрасила все и звездкой. Все покрашенные. Видишь, как мы вычистили клумбу? Она абсолютно была вся заросшая. Мы ее почистили. Вот тут бабушка горшки сегодня помыла. Все это Муся стульчик, чтобы она запрыгивала. Это вот мы поставили горшок, натянули, чтобы юн вился. Ну, вот тут все было заросшее травой. Ты присмотри, как я прибрала здесь. Это все инструменты наши здесь теперь лежат. Тут тоже все была трава. Вот как чистенько тут. Все разобрано, все прибрано. Вот это еще мусор стоит, потому что мы его не вывезем. Так, ну покажу, что в тепличке. Вот у нас огурчики. Ближе не буду идти, уже опаздываем. Помидоры. Ну, огурцы, ладно, посмотрим. Вот цветут они. Все такое. То-то-то-то. Ну и помидоры, просто поверь мне, они большие. Вот эта красота, которую я навела.